Ты любишь рэп или хочешь быть в новой школе? Тогда тебе точно сюда. Сегодня в клубе «Адреналин Стадио» проходит крутой, мощный фестиваль «Маятник Фуко». Хочешь узнать эксклюзивные новости? Тогда смотри до конца. Как тебе атмосфера? Да вообще, крутая атмосфера, смотри. Ну там, допустим, у нас люди все там танцуют, прыгают, там еще и дым везде. Атмосфера великолепная. Скажи, вот как бы ты описал словосочетание тремя словами «Маятник Фуко»? Ну, зажигательное, очень молодежное мероприятие. Как тебе атмосфера? Атмосфера крутая, здесь, по-моему, второй раз, после первого раза я выехал на автопати, поэтому я не очень помню первый раз, но вот это мне очень нравится, то есть я жду своих любимых исполнителей, я люблю русскую музыку, да, такое бывает в этой жизни. С чем у тебя ассоциируется словосочетание «Маятник Фуко»? Опиши тремя словами. Это рэперы, поп-исполнители и, ну, сок. Чего ты ждешь от данных концертов, рэперов и всего остального? Крутую атмосферу, любимые треки и просто хочу классно провести время. И какие ты хочешь эмоции, кого ты хочешь увидеть? Да, больше всего я, наверное, хотела бы услышать Хаски, ЛСП, Фараона. Хотела на GSPD попасть, но по времени, к сожалению, не попала. Скажи, пожалуйста, у тебя скоро будет твой сольный концерт в клубе 16 тонн. Как идет подготовка? Я готовлю сейчас релиз, именно сам альбом, чтобы именно то, с чем выступать. А к концерту, в принципе, морально я готов. Мы уже 16 тонн делали, и мне кажется, в этот раз сделаем лучше, чем в прошлый раз.